Здравствуйте, мы на выставке CPM-2019. Расскажите, пожалуйста, какой регион вы представляете? Я представляю Волгоградскую область. Бренд Aida Studio называется. Я, собственно, дизайнер бренда. Мы стоим с коллективным стендом от Волгограда. Я так понимаю, что вы на выставке впервые. Как вам удалось сюда попасть? Я вообще очень счастлива, на самом деле, да, выставка впервые, я про нее знала раньше, мечтала сюда попасть, и вот благодаря программе поддержки предпринимательства в сфере индустрии моды Волгоградская область нас поддержала и дала такую возможность, платила нам стенд, и мы приехали с коллегами показать свою коллекцию. Расскажите про свою коллекцию, у вас, наверное, есть производство, что интересного? Да, у нас свое производство в Волгоградской области, это город Волжский вообще, город-спутник. Мы сами шьем свои коллекции. Это женская одежда, модная, современная для девушек, для женщин. Футболки, костюмная группа, пальто, рубашки, то есть все, что нужно. Капсульный гардероб, который мы предлагаем современной женщине. И здесь мы очень уже познакомились с несколькими интересными людьми, с шоурумами по России, с отделами, которые как раз набирают контент для своих магазинов. И я думаю, что если так первый день начался, то все последующие будут еще активнее. Спасибо, ждем вас и завтра, и послезавтра, и в следующий раз.